Пойдемте посмотрим, что же здесь на завтрак. Это отель Grand Park Lara, 5-звездочный. Хотя где-то написано, что это 4-звездочный. Народу уже очень много. Время 9:30. Сейчас я вам покажу, как здесь вкусно пахнет. Для тех, кто хочет похудеть, у меня есть второй канал. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Вот здесь сладости. Сладости я не ем, потому что это вредно для фигуры. Но просто я вам покажу, что есть. Эти всякие сухие завтраки. Я похудела на 25 килограмм за 4 месяца. Если вам интересно, также посмотрите, как я питаюсь, что я ем. Вот здесь, кажется, да, йогурты, есть греческие, то есть йогурты. Не сладкие, есть сладкие, со всякими разными ягодами. Вот один бананчик остался, фрукты, апельсины, мандарины. Ну, фрукты здесь так себе. Зелень, это вот то, что мне надо. Овощи всякие разные. Это все можно, даже нужно есть. Здесь чай, кофе. Давайте посмотрим дальше. Вот здесь салаты всякие. То есть холодные закуски. Не знаю, здесь есть и с майонезом всякие разные соусы, сыры. Вот. То ли с изюмом, непонятно с чем, такой цвет неестественный. Как на манго похоже. Вот то, что мне тоже нужно и можно, это всякие оливки. Посмотрите, сколько их тут видов. Соусов, варенье. Нам это не надо. Давайте дальше посмотрим, что есть. Хлебобулочные изделия, но мне это не интересно, оно выглядит очень аппетитно. Так, это тоже сыры. Знаете, друзья, у меня такое питание, что вот, честно говоря, абсолютно все можно мне тут есть. И сыр, и все жирное, вкусное. Хотя тут бывает тоже для тех, кто на правильном питании. Булочки. Ну, булочки, да. Со шпинатом вот здесь. На турецком, английском. Да, на разных языках, чтобы всем было понятно. Вы не представляете, какие тут ароматы. Вот то, что я обожаю. Ну, иногда себе позволяю. Они без начинки, но очень вкусные. Очень прямо. Самое вкусное, наверное, то, что есть на завтрак. Здесь тоже омлеты, фасоль в каком-то томатном соусе. Вишница, жареные овощи, картофель, просто вареные яйца. Иду, иду, как будто какой-то бесконечный ресторан. Ложки, вилки. В зале есть свободные столы, стулья, свободные места. Зал на самом деле очень большой. И территория тоже здесь не маленькая. Это основной ресторан. Здесь это второй зал. Время уже 11 часов, народу очень много. Народу еще много, конечно, там отдыхать все-таки люди приехали. Ну все, ребята, я поела, вам показала, что здесь на завтрак. Потом еще покажу, что на ужин обычно дают. Пойду в свой номер. Переоденусь и, наверное, пойду гулять. Такая летняя веранда есть. Тоже территория отеля.